Храните продукты правильно. Сразу вернувшись из магазина, разберите продукты. Освободите мясо и птицу от жира и кожи. Порежьте на порционные куски. Разложите мясо, птицу и рыбу в пакеты. Если вы совсем серьезно следите за рационом и считаете бжевые калории, то взвесьте и подпишите маркером. Фрукты помойте, разложите в пакеты по дням недели, уберите в холодильник. Так будет гораздо проще не поддаваться искушению и не переесть их. Планируйте все заранее. Иногда единственный выход для этого – нужно все организовать заранее. Записать, расписать и приготовить, чтобы у вас было все это спланировано на каждый день. Так как при этом вам надо будет выработать новую привычку. Расставьте в календаре все необходимые дела. Это, к примеру, купить продукты, достать курицу из морозилки, приготовить ее, поставив при этом ее в пароварку. И также настройте все напоминания в своих гаджетах. Вам теперь остается только достать свои заранее приготовленные порционные кусочки, которые вы заранее нарезали в пакеты, положили в морозилку. Нужно будет только приготовить основное мясное блюдо и к нему же гарнир на 2-3 дня. Разложите по контейнерам. Кладите ровно столько, сколько вы запланировали в вашем рационе. Утром достаньте порцию мяса или рыбы, положите ее в мультиварку или пароварку. Поставьте таймер отсрочки так, чтобы к моменту вашего прихода с прогулки, либо с тренировки, еда была готовой и еще горячей. Либо достаньте кусок мяса, обваляйте его в специях и заверните в рукав для запекания или фольгу и положите в холодильник. Вечером, когда вернетесь домой, достаньте приготовленное мясо, упакованное в рукав. Положите его в духовку, поставьте таймер и идите заниматься любыми своими делами. Вымойте контейнеры, соберите новую порцию еды на следующий день. Это нужно готовить все заранее с вечера. Это должно стать вашим регулярным каждодневным ритуалом. Если вы не имеете возможности устроить полноценный прием пищи, то приготовьте себе заранее достойную замену. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!